Всем привет! Вы на канале Мамы Яны. Сегодня мы играем в симулятор Асфальта 8. Да. Мы играем в Асфальт 8. Сейчас мы, так сказать, попробуем пройти мотобайк. Ну и вообще, я здесь не что пройти мотобайк. Я здесь на самом деле, чтоб за, как бы получить тачку с этого С-класса. Да, С-класс это очень мощная машина. Напоминаю, это последний класс тачек. С-класс. Это просто... Это просто вот такая вот вишенка на тортике. И как бы последний день остается. 20 часов. И я обязан ее получить. Просто обязан. Ну... Естественно, я не буду, если у меня там будут. Естественно, я не буду там весь день играть. Но я попытаюсь их и очень хочу получить. Слушайте, это вообще справедливо? У меня, получается, мотоблиц прохожу, а вы мне даете тачки. Я тачек, напоминаю, уничтожить не могу. И как это называется? Если я на земле тачек не могу уничтожить. Это, мне кажется, нечестно, но меня могут в любой момент просто раз и минус я. Я для них просто какой-то орех. Я муха для них. Маленькая муха. Я для этих машин великих. Так. Но нам сейчас надо завернуть и не врезаться. Еще нам лучше было сократить. Я сократил. Так, нитро набрал. Вот, теперь на этот трамплин. Не знаю, зачем я это сделал. Спэш флип. Мега нитро! Тра-та-та-та-та. До свидания, дракончики. Всегда хотел на них попасть. Но теперь я понял, то, что это обычная текстура. Так, идеальная нитро. Делаем. И сейчас нам надо две карты таких удачных сделать. Фу-фу-фух. Нет, хорошо, что плохо. Главное, я выжил. Я просто боялся. Нет-нет-нет. Нитру собрал. О. Так, мега нитро. Первое место. Стоп. А, трюк 4 надо было сделать. Жаль. О, ну классно. Зато я столько сделал этих. Вау. Так, дальше. Не, я 5000 не хочу как-то получать. Не. Спасибо, рекламки уже насмотрелся. Так, приз. Так, теперь здесь. Приз. Приз, еще. Ну все. Да, Окей, X4. Так. Ну. Нет, спасибо. Нет, не надо. Так, как у нас там фестиваль? Да, фестиваль. Задание. Приз. Вот, все. Приз. Сейчас призы заберем себе. Ну. Я же сказал, приз. Все, дали еще монеток. Так, день 6. Ну и все, как бы, да? Так, 137, нет. Завершить гонку. Так. Завершите гонку без аварии, почти 3, 4, 5, 6. Выполните идеальный нитро 40. Выполните идеальный нитро 80. Так. Значит, нам надо на день второй отправимся, наверное, да.
Так, финишируйте в гонках без аварии 9-7. Финишируйте в гонках без аварии 3. 3. Так, как посмотреть, сколько жетонов? Можете сказать? В нем до 8 монет фестиваля. Так, понятно. В нем до 8 монет фестиваля. Так. А, ну понятно. Ну ясно, значит мы можем 8 получить. Так, что у нас тут в первом? Вымойте разворот 5. Разворота. О, дрифтовать, окей. Дрифт нужен, говорите, ну окей, играть в мотоблиц. Нет, ну на мотоблице я не смогу так классно дрифтовать. Да, это... Понимаете, я не смогу дрифтовать так классно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Нам буквально чуть-чуть не хватает. Так, трюки 4, значит. Окей, трюки 4, ясно. Трюки 4, значит, мы должны раз 4 примерно подлететь на трамплине. На трамплине, и мы должны сразу же использовать... Да, трюки 4. Трюки 4. Так, трюки 4, ясно, ясно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, пожалуйста, я хочу зареспавниться быстрее. О, 8 из 8. Так, пожалуйста. Почему это не засчитали как за трюк? Не понял немного. Почему это не трюк? Не засчитали меня как за трюк. Он мне прям на ноги наступает. Нет, нитро используют, чтоб как бы сказать, не умереть. Фух, о, было бы сейчас классно, если бы я его прям так упал на него. Но, увы, нет такого. Ничего страшного. Ничего, мы держим вторую позицию. Первую, но это не сейчас. Так. Вау, мега нитро. Все идеальное нитро. Прям идеальное. Трюки. Так. Так, все. И надо еще буквально чуть-чуть трюков сделать. Один трюк нам надо. Е, трюк 4 из 4. Все, теперь можем просто на финиш ехать. Как козлы бешеные. Ладно, была шутка. Ой, я такой бэклип сделал. Бэкфлип. Бэкфлип. Нет, ну тут уже я не буду долго тянуть время, а быстрее на финиш плю. Хотя я могу немного потянуть время, но кому оно надо? Вот так вот просто могу сделать. Так, трюки 4. Все, шлемы мы заработали. А может пропуск? Да, да. Не пропуск, нет, спасибо. Спасибо, мне умножать не надо. Так, смотреть, что у нас. О, вот оно, наши три приза. Пожалуйста. Нам надо просто добить. Добить 7 и 8. Вы смеетесь? Как можно 158 и 159? О-о-о! А вот и наша тачка почти. О-о-о, как я ее хочу все-таки получить. Вы не представляете, как я ее хочу все-таки получить. Я ее так хочу получить. Нам надо просто выполнить развороты. Так, развороты. Так, ну, я бы пошел в мотоблиц. Мотоблиц гонял бы там. Хотя не, мотоблиц надоел уже. Надоело как-то. Так. У меня там было по сетевой игре что-то там. Ну, я... так, открыть сезон. 4, 2, 6, 3. Так, дальше 9 из 18. Чего? Сохранить 50 очков. Общий счет 50. Очки за эту гонку. 5 очки за основное задание. Ничего не понял, если честно.
Сезон сгорания осталось узнать больше. Так, игра. Игра. Вы смеетесь? Не. Стоп. В смысле? В смысле? Не поняли? Не поняли? Сурвал в С-классе. Он, по-моему, был в Б-классе. Стоп! Ребята, он же, этот красавчик же был в Б-классе. Что? Как? Он же был в Б-классе. Он был в Б-классе. Так, вход в комнату. Так, сектор 8, давайте. И круги 1. О, Лондон. Ну, один круг. Стоп, Лондон? О, это длинная карта, только не Лондон. О, только не Лондон. Я не хочу Лондон, на самом деле. Классика 3. Займите минимум 4 место. Стоп, подожди, так, 4. А, то есть я могу вообще... Мне все равно. Я и так выполню это задание, займите минимум 4 место. Нас же и так 4. В чем логика? А в чем логика? Нас и так 4. Даже если кто-то выйдет, я все равно займу. Выиграю эту. Но мне сейчас... Так. Так. Дрифтанем немножечко. Так, я знаю, когда дрифтовать. Можно вот сейчас дрифтануть, а потом сразу в него же. В него же просто врезаться. О, мне говорили развороты. Да, да, да. Развороты. Говорили, не надо сделать там какой-нибудь разворотик. Да, 1, 2, 3. Сколько там разворотов? Точно не видел. Но мне надо... Но я знаю, там было задание выполнить развороты. Так, соберу желтую. Нитро. Так, он выиграл себе время, но... Так, зря я. Я за ним буду просто гоняться за ним. А что ты думал? Я просто так тебя оставлю в покое. А вот нет. Ничего такого. Ничего такого не будет. Не думай, не думай. О, 3 разворота, так нормально. 3 разворота, это нормально. Так, а, финиш уже. Ну, окей. Финиш тоже, финиш. Так, ну, второе мне, в принципе, все равно. О, хп, хп, хп. Но чуть-чуть хп не хватило. Первое занял бы. Ту-ту-ту-ту-ту. Нет, я все-таки пропущу все. Нет, спасибо. Мне не надо. Так, успех. Общий 25. Так. Очки риска. Более сильные противники. Не, ну все-таки сохранить. Это как бы казино. Так. Вот. Плюс 3000 кредитов. Нормально, спасибо. Дрифтуйте 3. Не, ну не, да, да, да. Вот это я хотела посмотреть. Так, забираем вот это. И, пожалуйста. У нас, надеюсь, хватит квестиков. У нас день 8 еще. Есть впереди приз. О, так что уже... Я почти вот эту машину забрал. Мне еще примерно 3 квестика. 3 квестика минимум. Но я не смотрю, потому что я в любом там случае что-нибудь сделаю. Так, 10 тысяч кредитов. Такая вкусненькая. Если так можно сказать, акция. Как все-таки хочется это купить. Купить так хочется. Так, что у нас тут по машинам в С-классе? В С-классе 350 тысяч. Не, дорогие. Так, какие-то ценники дорогие. Так. БМВ. Ну, сгоняем в играть. Так, так, так. Нет, в карьеру сгоняем. Я запутался. Не-не-не, спасибо. Я лучше вот сюда сыграю. А на каком транспорте? На каком интересненько транспорте сгонять?
Так. На каком транспорте? The Surveld. Так, избранный транспорт. О! Можно вот это, в принципе. Максимальная скорость. Ну, макс-скорость у нее намного выше. Так, Макс Про, ты еще... А давайте тюнинг ему сделаем. Тюнинг. Хотя ничего тут тюнинги. Тюнинговать я, если честно, ничего не хочу тут. Потому что слишком высокие ценники. И я даже купить ничего не могу. А вот что вот это? Вот я вот сразу вам скажу. Вот эти вот валюты раньше в Асфальт 8 не было. Была только вот эти вот кредиты и вот эти вот, как его там, жетоны. Подписка на жетоны. А у них что, есть свой канал? Не уверен, что у них есть свой канал, уже то. Так, дерби с видом на океан. У контейда... Ну, тут лучше Венеция. Венеция, только один круг. Да ну! Венеция, реверс. Ей, один круг. Спасибо, спасибо. Ура. Один круг. Займите минимум четвертое место, а нас там и четверо, пять. Я вот вам сразу говорю, мало кто играет в сетевую игру. Может, там 1/4 в сетевую игру. Надеюсь, вы поняли. Кто не понял, то значит вы еще не в том классе. Ладно, неважно, в общем. Нам главное сейчас забрать машину С-класс. Из-за этого-то и я тут и сижу. Из-за этого всего-то мы и выполняем эти квесты. Нам надо просто тупо забрать эту машину. О, ради С-класса? Ну, С-класс, я готов на все, в принципе. Я никогда не готов такую легкую акцию пропускать. Но это как бы слишком просто. Слишком просто, но я могу ее немножечко... Как бы акция эта длится не совсем долго. Всего 2 часов еще. 2 часов, то есть... Завтра я уже в комп, когда включу, уже просто этой акции не будет, не будет. Поэтому я ее должен сегодня собрать. Так. О, нитро. Собираем нитро. И давайте. Просто, мне, пожалуйста. О, так, время в секунде, 3 секунды, да. 3,67. Заняли. 67 миллисекунд. Ну, практически 4 там секунды. Ну, 4 секунды это для Асфальта 8 много. 3,67. Хотя я знаю, мировой рекорд, по-моему, это 10 секунд. Ладно, я это выдумал. Никакого мирового рекорда я не сложу за Асфальт 8. Смотрите. Ну, какая тут надпись? Естественно, Асфальт 9. Я это уже где-то год вижу эти надписи. Но прикол-то в том, то, что у меня стоял Асфальт 9, я вам расскажу. У меня стояла свадьба, только я потом его удалил. А понимаете, почему удалил? Потому что я в него вообще, он не запускался. А смысл мне хрен тот, то, что не запускается вообще. Так, у нас уровень 10, пожалуйста. Ебой. О, квестики у нас есть. Все, все, все. И наконец, это, походу, последняя гонка. Ебой. Походу, это последняя гонка. Это 100% последняя гонка, надеюсь. Да сохранить, конечно. Я не буду еще. Мне и так хватает. И пожалуй... Нет, 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 нет. Извините, я это... Да... Да... Ебой! Все. Это 100% машина. 100%. И вот они, мои последние жетончики. Я никогда еще так не радовался, но все, ебой! Чего? Да ну! Как? Просто. Ну, стой, это... Да ну, серьезно, могу просто вот это вот взять. Ну, там, неважно. Я серьезно смогу в это поиграть? Ого, ебой, я смогу это протюнговать, ура, ура,
Чё-то так рад. Ура! Наконец-то! Наконец-то! Я мечтал о такой машине. Просто мечтал. Какую-нибудь машину С-класс. И у меня ещё-то остались задания. Может, сейчас ещё какие-нибудь карточки выбью. Не, ну 256 уже навряд ли, потому что... Может, в 7-м ещё день осталось что-нибудь. Но самое-то прикол-то то, что я получил машину. Всё, теперь я буду самым крутым в этом мире. Хотя это не точно. Много тоже получили. А, тут всего 25 заданий. Типа Бравл Пасс. Смотрите. Это Бравл Пасс. Это Бравл Пасс, типа. Бесплатный. Платный. Да. Да. Это одним словом просто платный Бравл Пасс. О, стоп. У меня краска на нее есть. 100 ямба. А, нет. Краска. Краска. Да. Стоп, а как мне её в тот цвет покрасить? Не поняли. А это такой премиум цвет, я так понимаю. О, Anniversary 15. А, я понял. Асфальту-то 9, 15 лет. Ой. Какому асфальту 9? Компании и этом. Геймлофту 15 лет. Геймлофту самому. Ну, не думаю, то, что создателю 15 лет. Я имею в виду компании самой 15 лет. Ну, ура! Просто давайте вот погоняем вот серьезно на этой тачке. И зато затестим. Затестим ее как бы... Нет. Военные кредиты, спасибо, мне не надо. Не надо, но... Главное то, что я получил эту тачку. Я просто рад. О! Ну, сейчас мы же, естественно, должны хотя бы одну карту с ней поиграть. С этой топовой тачкой. С топовой машиной. Мы, естественно, должны с ней одну карту сыграть. Так. Ну, почему ты так долго грузишься? И не хочет, чтобы мы на ней играли. Но я все равно на ней буду играть. Покраска. Ну ничего. Ну ничего, мне и такая нравится. Мне вполне и такая нравится. Просто сейчас езжаем. Главное. Ну вот это топово. Просто. Ну посмотрите, как она просто разгоняется. У меня даже так тачки не разгоняются. Я прям чувствую вот эту вот профессиональную машину. Прям чувствую вот это вот кайф. Кайф, как я гоняю на такой топовой тачке. Ну, это как бы... Вы, наверное, тоже ее получили, надеюсь. Но кто не получил, не расстраивайтесь. Это... Не думайте, что это последний такой вечеринка, где разыграют такую топовую машину. Такие топовые... Может, другую разыграют, но не волнуйтесь. Если вы ее не собрали, это 100% не последняя акция. Я тоже. Это первая машина, которую я так получил, а не купил. Это буквально первая машина, потому что не всегда не приходил. Вот эти вот квесты я... Ну, просто... Они у меня по зубам щелкались. Как орешек. Так, ну я смотрю, я тут расслабился, 8-я позиция. Ну, я сейчас, на самом деле, не в полную силу играю. В полную силу я играл, когда за нее боролся. Ну, да, сейчас не в полную силу играю. Сейчас больше так разговариваю. Но самое главное, то, что я ее забрал, а не завтра. Там плакал. Хотя что тут кричаться? Тут не на чего огорчаться. Так. У меня такое ощущение, как будто я сейчас все квесты нам пройду. Прям на ролик. Не, ну это все-таки последняя карта. Так, X20? Нет, спасибо. Спасибо. Я все-таки рекламу не буду смотреть. Да, конечно. Два приза. Так, где-то день второй, да? А, нет, это день первый, походу. Или какой день. Неважно. Ну, а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ну и всем пока.